подобрать для вас оптимальный пакет услуг. Если вас все устроит, что с вами можем зарезервировать, это позволит вам в дальнейшем сэкономить время выделения банка. Согласны? Таких звонков во время рабочего дня у Анастасии за сотню. С 2017 года она клиентский менеджер одного из крупнейших банков. 9 лет до этого она работала на конвейере автозавода. После декрета решила сменить профессию. На нынешнем месте работы женщине нравится корпоративная культура. Постоянно какие-то организовываются мероприятия, мы всей командой как бы в этом участвуем. Здесь четко поставлены перед тобой цели, ты можешь сам руководить своей карьерной лестницей. Система мотивации, конечно, тоже очень понятная, прозрачная. Всегда знаешь, каких результатов нужно добиться, чтобы получить, соответственно, достойный доход. Анастасия – одна из более 100 сотрудников автомобильного завода, которые сменили работу благодаря трехстороннему соглашению. Его инициатором стало правительство Самарской области. В неиспользуемых помещениях автогигантов в 2017 году начал работу Центр корпоративных решений одного из крупнейших банков. Его задача – обслуживание клиентов и продажа услуг. Бывших заводчан сюда принимают без специального экономического образования. Всего здесь работают около 1000 человек. Переоценить необходимость наличия рабочих мест, дополнительных рабочих мест в Тольятти, очень сложно. Тем более, что мы предлагаем достаточно интересную работу и разнонаправленную. Исходя из того направления, которое они выбрали, они проходят предварительное обучение. Обучение и повышение квалификации проходят в отдельных учебных классах, а трудятся сотрудники в так называемом open space – открытом пространстве, где легко можно контактировать с коллегами. За самим рабочим местом можно обнаружить простые подсказки, как прокачать свой навык. При работе с клиентом важно быть доброжелательным. На том конце провода люди могут распознать даже вашу мимику. Поэтому за каждым рабочим местом висит такое зеркало, чтобы сотрудник банка не забывал улыбаться. Сейчас готовится помещение для работы в соседнем здании. После его сдачи в эксплуатацию в Центре корпоративных решений станет на 300 рабочих мест больше. Никита Плотников, Андрей Костомаха. Новости губернии. Тольятти.